Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня у нас очередная серия Читер-патруля! Да, ребята, вы его дождались, вы все меня просили, но прямо сейчас, если вы против читеров, прожимайте огромнейший лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий, поехали! Ну и, ребята, если вы посмотрите внимательно, то вы увидите то, что у меня есть одна пара лишних перчаток. Я хотел бы ее подарить именно вам. Вам надо просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий и посмотреть все видео без перемоток. И, возможно, эти перчатки будут именно твои. Всем удачи! Для тех, кто в танке не знает, что такое читер-патруль, рассказываю. Вы мне, ребята, в ВК присылаете читеров. Я делаю обзор на эти видео с читерами, и мы всех этих читеров вместе с вами отправляем просто локтя в бан. Ха-ха, приятного просмотра. Целью данного проекта является избавить этот мир от читеров, поэтому я прошу каждого из вас, если вы когда-либо видели читера, не поленитесь, сделайте скриншот, отправьте в группу ВК или мне. Лучше в группу ВК, потому что мне и так много отправляют. 5 минут later. Ну что же, кто же у нас первый откроет этот сезон читеров? Ребята, прямо сейчас приятного просмотра, потому что вы прямо сейчас увидите читера, который во время технической паузы, просто прилетел на респу, да, и начал по всем стрелять. Как же хорошо, что мы видим его ID. 1-1-6-4-5-4-0-6-9, братишка, мы тебя отправляем на бесплатный курорт на Банановые острова. Удачи и пока. Просто, ребят, какой же наглый читер, давайте посмотрим. Просто ты так появляешься, он просто прилетает к тебе на респу, он бессмертный и сквозь стенки всех подряд мочит. Ясен пень, у нас 163 очка, ребят, но зачем ему эти очки, если он будет в бане, поэтому по поводу этого не переживайте, идем дальше. Ну а следующий наш читер, вот вы сейчас просто не поверите, но он, ребята, будет с бессмертным. Да, ребята, посмотрите, я просто в шоке, что это надо... Кем надо быть, блин, чтобы быть вот таким вот читером плохим-то? Да, пришел такой с бессмертием, выбрасывает ножи. Братан, ты не учел тот факт, что все видят твой ID. Парень только создал аккаунт, и сразу же он получит бан. Ох, как же ему не повезло. Давайте еще раз, мало ли кто-то подумает, что это бах или еще что-то. Вот, и вот его ID-шечка. Вы можете посмотреть, что он играет всего лишь 2 часа. То есть, скорее всего, это даже не мем, потому что он бы не смог откалиброваться до 5 уровня. Скорее всего, это самая обычная закладка бомбы. Ну а прямо сейчас, ребята, вы можете посмотреть еще раз на этого читера. Он просто выбрасывает бомбы подряд. Посмотрите, у него бессмертие. Он выбрасывает ножи, он выбрасывает бомбы. Ребят, я скажу честно, это не круто, и мой вам совет. Ни в коем случае не делайте так, как мой подписчик, и подбирает всякие ножи, бабочки и так далее, потому что вас за это тоже могут откинуть. Мой вам совет, просто отправляйте видео кенту, я их забаню. Я заранее извиняюсь за то, что плохое качество данного видеоролика, но вы просто обязаны увидеть этого читера. Я в жизни не видел, насколько наглых читеров. Да, все нормально, все хорошо, каточки начинаются, но прямо в эту секунду моего подписчика замочил читер ножом бабочкой Dragon Glass. Вы это вы? Как? Мне уже становится плохо. Ну ничего, братишка, ты тоже улетишь на бесплатный курорт под названием Банановые острова. Ну а прямо сейчас, ребята, видите одного очень необычного читера, который прям, ну, напрашивается, чтобы мы его отправили на Банановые острова. Говорю сразу, это ММ, и говорю сразу, не понимаю, зачем писать свой YouTube канал, если эти просто разработчики кинут страйк. Просто посмотрите, что он творит, он нормально, он взрывает бомбы прямо с респы. Ну, это трындец. Я понимаю, когда там была какая-то автонаводка, ВХ, но он прям вообще ему посрать, просто палится в открытую. Да, ребята, мне его жалко. Так, и что он делает? А, он еще начал выбрасывать скины. Просто посмотрите. Мой подписчик Керамбит Голд подбирает, да? Подобрал? Подобрал Керамбит Голд. Ребята, мой вам совет. Никогда не подбирайте 4 скины, потому что вас могут заскринить, отправить группу, и вы тоже сможете получить бан. Ну а самое плохое во всех этих читерах, ребят, вы еще просто охренеете. То, что все эти читеры насколько обнаглели, можно даже так сказать, охренели, то, что они уже научились менять свой ID. И, к примеру, можно забанить вообще не того, потому что у этого читера буквы на ID. Но, ребята, ничего страшного, не переживайте, разработчики его уже нашли, и он уже в бане. Поэтому, братик, можете пытаться маскировать свой ID. Ну что же, ребята, прямо сейчас вы видите еще одного читера. Притом, это читер с командой подписчика, который снимает видео. Это большая редкость, потому что обычно все выкладывают видео, знаете, если читер попался в команде противников. А если в вашей команде попался, типа, да, посрать. Вот парню респект, то, что он не закрысил, а реально выложил. Парень по имени Воздух бегает с бессмертия. Я думаю, что ему все можно, братан. Мы, конечно, все понимаем. Но ты влип. Ты реально влип. Вот твой ID. 1-1-5-4-9-2-3-4-7. Ой, ты что? Какой ты усипусечка. Только создал аккаунт и сразу бан. Ха-ха.
Ну а прямо сейчас я покажу еще одного читера, и при том этот читер играл в закладку, братан, зачем? Я понимаю, ладно, ВММ, но зачем в закладке играть с читами, чувак, ну ты просто максимально странный. Так, ну что же происходит, вы сейчас все сами поймете, и прямо сейчас вы сами увидите, где же этот читер. Это, ребят, спортсмен, посмотрите, как быстро он бегает, как метко он стреляет, ну прям, ну сразу видно, парень занимается спортом не первый день, но, к сожалению... Тебе пришел конец. Какой у него КД? Как думаете? У него КД, если не ошибаюсь, 6.25, да? Сейчас видим его КД. А, 6.74, братан, ну что я могу сказать? Ты 100% получаешь бан. Удачи. Ну а прямо сейчас, ребята, минуточку вашего внимания, потому что этот читер состоит в каком-то клане. И мы прямо сейчас найдем этот клан и, возможно, забаним и остальных участников его клана. Ну что же, смотрим. Вроде бы все как обычно, начинается игра. Но тут как только 3, 2... Один, опа-на, взрывается граната, у всех уже нет хп, и опа-на, ван-тапом читераст всех убивает. Хорошо, брат, мы тебя услышали, мы тебя поняли, название клана чит. Окей, мы прямо сейчас его найдем, и, возможно, забаним остальных участников. Да, ребята, я нашел этот клан, и я, честно говоря, смотрю и поражаюсь, я не понимаю, как можно быть насколько глупыми, что не все вступили в один клан, так же их гораздо легче банить будет. Ну окей, им только большое спасибо. Ну что же, смотрим. Первый, это создатель клана с ником Я Нубасос, проверяем. Так, ребят, слушайте, ну это точно не читер, окей, я понял. Правда, очень странно то, что он стоит в таком клане. Ну, вот этот парень точно играл с щитами. 95% побед. Ой, дружище, дружище. Но я тебе скажу только одно. Тебе попа! Просто еще раз запомните его ID. Так, ну что же, смотрим на следующего участника клана. Потому что, ребята, а вдруг мы еще найдем еще кого-то читераста? Ну, опять же, это уже нормальный игрок. А вот это Руслан, ты? Опять нормальный игрок, я не понимаю. Как могли его принять в этот клан? Это вообще бронза, это точно не читер. Я не понимаю только одного. Название клана чит. Все бронзы, кроме одного читера, который элита. Ну это просто трындец. Мой мозг взрывается, вышел с чата. Ребята, пожалуйста, кикните его с клана и переименуйте клан на нормальное название. Но этот парень получает бан. Ну а прямо сейчас, ребята, я заранее извиняюсь за качество данного видеоролика, потому что прямо сейчас вы видите читера нуба. Поэтому я скажу так, потерпите. Да, конечно, качество низкое, но просто потерпите. Просто посмотрите. Читер прибежал, да, прибежал, все нормально. И что же происходит дальше? Его мочит. Читер слился от обычных игроков. Это же просто трындец. Как можно? Ну как можно так сильно опозориться? Что же происходит дальше? Читер перевозрождается, обратно бежит. Но тут как тут, смотрите сверху слева. Подписчик просто взял и сделал минус 2. Трындец. Читер нуб. То есть тип даже щитами проигрывает. Это же просто трындец. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, если вы против читеров. Если у вас есть читер, отправляйте или мне их в ВК, или еще лучше в группу ВК. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Никогда не играйте щитами. Всем пока.